Здравствуйте! Наше задание – перевести 59,2% в десятичную дробь. Итак, 59,2% – это не что иное, как 59,2 от 100. На одном из прошлых уроков мы об этом говорили. А это то же самое, что и 59,2 делить на 100. Если мы разделим 59,2 на 100, что мы в результате получим? Давайте разделим 59,2 на 100. Чтобы разделить 59,2 на 10, нужно перенести запятую на один знак влево. В итоге мы получим 5,92. А чтобы разделить 59,2 на 100, нужно перенести запятую еще на один знак влево. Мы делим на 10 один раз и еще один раз. Разделить на 10 дважды – это то же самое, что и разделить на 100. Переместив запятую на два знака влево, мы получили дробь 0,592. И мы справились с заданием. Мы записали 59,2% в виде десятичной дроби. И чтобы это сделать, мы просто разделили значение процентов на 100. Разделили на 10 два раза. Мы перенесли десятичную запятую на два знака влево. И в результате получили 0,592. На этом все. До скорых встреч!